Понедельник. В Самарской области пасмурно с прояснениями. Пройдет дождь. Плюс 13, плюс 15 днем. Ночью 4-6 выше 0, ветер. Юго-восточный 3-5, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани тучи и дождь. Днем плюс 14, ночью 5 с плюсом. Южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, возможен дождь. Днем плюс 15, ночью 6 выше 0, юго-восточный 6 метров в секунду. В Самаре переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 4, южный ветер 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 42%.